Ля-ля-ля, так, мне сюда, вроде как, так, ну, так, всем привет, здрасте, король, здрасте, улю-лю, о, привет! Здорово, ты кто такая? Я Вайнранка, а чё тут это, кто это тут? Это? Да. Это моя тёлочка. Чё, ты хочешь стать моей тёлочкой второй? Вообще-то нет, а чё ты вообще, ты кто-то... Какая вообще, как тебя зовут? Меня зовут Вайнранка, я... А если... Рано же думаю, вот видишь, тёлочку вместе с ним хотели это, подружиться с ней. Я вообще-то сестра Вайнрана, вообще-то. Да ладно, ты сеструха его, что ли? Да, сеструха. Он, короче, это, багажник, вот, а твоя тёлка выходит вообще, вот я твоя новая тёлка. А не, она, он к барной стоит. Она, это, пьяница, все, кыш отсюда. Сядь, быстро сядь! Это, ну... А ты дерзкая. Слышь, ты что такая дерзкая? Слышь, ты! Нифига себе, ты что, ограбление? Слышь, ты! Бабки есть? Помолчи. Бабки. Да, это, я а дайте я расскажу вообще, Вайнран? Оп, давай, Тверк. Да, бабки. Давай, а я вон тёлочки. Двигай телом, отдыхай. То есть ты богатый, да? А, да. Ну да, в общем, это, ну Вайнран сказал, что он собирает багаж, и я должна его заменить, короче, вот. Да, в смысле заменить, что-то я не понял. Ну, он сказал, что вы снимаете какое-то шоу. А, ладно, пойдем за мной, короче, айда. Что? Погуляю я с тобой, погуляю, так уж и быть. Не, ну подожди, ну. Давай, а там твоя тёлка, а, ну я твоя, да, новая тёлка. Да, теперь новая тёлка. А давай это поженимся, ты же богатый. О, давай. А, ну давай, пошли. Это, ну, ну надо подарок мне, наверное. Подарок тебе свадебный. Да, конечно, подарок, да. Ничего ты, а не резкая ты какая-то? А в смысле, а ты дерзкий? Ты вот объясни мне. Вот. По понятиям объясни мне. Да, все, пойдем, подарок. Все, ладно, пошли. Я вот, пошли это, вот там мне что-нибудь купить там. Айфон, у меня есть айфон, смотри. Давай айфон. Хочешь айфон? Да. А на что ты готова ради айфона? Ну, не знаю, ах ты шалун, пошли в лес. Подумаю. Пошли в лес. Пойдем. Ну, пошли, ладно, пошли. Пойдем. Давай, да, вот сюда, да? Да, давай. Я тебя потя... А, вот ты где, ну. Да, вкусненько на самом деле, да. Че, понравилось? Да, очень понравилось. Давай телефон. Ну да, всем нравится в лесу собирать землянику. Да, конечно, вкусненько. Ну все, пойдем, короче. О, давай ты мне машину купишь, короче. Машину? Ну да. Слышишь, а ты не приборзел ли? А ты не приборзел, Марму? Ладно, пойдем. Давай, вы... Ты знаешь, что я вот тебе перед что, машину... У меня вот, смотри, какая. А им 7-8-6. Ну слушай, а давай вот. О, смотри, вот отличная тачка. Давай ее тебе. Ты че, офигел? В смысле офигел? Ну, в смысле, это свинья? А ты че, не похож на свинью? Ты же тоже свинья. Ты сейчас у меня гребешь, мразь. Красивая девчушка, ты красива. Нифига себе, слышь? Еще нет? Раз! Все, класс, все. Класс, понял? Садись, все. Так, ну-ка, поехали! Так, как чужие? Я поехала, все, поехали. Че она не едет? Ты дерзкая, ты че такая? Че она не едет? А? Да сейчас поедет. Все, ладно, сейчас тебе тачку куплю. Все, я иду покупать. Давай. Так, ты не тут сиди, понял? Фига ты дерзкая какая. Слышь, ты! Да что я вон, смотри, покупаю вон. Я не... О, давай, давай, да. Давай. Побольше ему денег. Нет, это мои деньги, отдай. Ты че ее еще хапнула там? А, все, давай, где моя машина? Давай, вот эту хочу машину, вот эту машину хочу. Тихо, она это. Оформляться будет недельку. Правда? Да, правда. О, ну спасибо. Я не обманываю. Точно? Ну все, красавица, встретимся с тобой через 2 недели. Ну, встретимся, все, пошли. Ладно, пошли. Так, что нам, куда надо сейчас, в ЗАГС, да? Ну, а ты хочешь? Да, я очень хочу в ЗАГС. Ты же мне денежек дашь потом, я... Пойдем. Ты же богатый. А, ты богатый. Ну пошли, богатый. Так, ну что, пошли жениться. Нифига себе, а мы не маленькие для женитьбы. Нормально. Сейчас еще тебя засосу как следует, смотри. Нифига ты какая. Так, тихо. Тут церковь у нас, вот там, надо торжественно войти, и там все. Там, короче, люди, но я боюсь немного. Поцелуй мне в попку. Ты иди отсюда, сюда подходим. Так, стоять, тихо. А торжественно надо войти, тихо. Так, давай. Пошел отсюда. Так, стой. Нифига ты дерзкая какая. Ну-ка, рот заткнул. Так, сюда встаем. Так, это, выходите, молодой человек. Да, блин, они тут толпятся. Я сейчас раскидаю все. Я у меня КМС по боксу. Давай, готова заходить? Так, давай. Так, давай. Раз, два, три. Давай. Тум. Все сидят. Там Фира сзади. О, да. Их тут много. Так, здравствуйте, мы хотим пожениться. Готовы ли вы, Евген Бро, взять в жены данную, наимилейшую данную, Вайнранку?
жены, да. Именно. Ну, как вам сказать, нет? Ты да. Чего, борзел? Да, давай. Да, а меня можете даже не спрашивать, я сразу готова, да. Давай, поцелуйчик Веры, давай, готов? Давай. Вот. Нифига себе, это что ты... Это поцелуйчик такой, да. Ну ладно. А ты меня в попу целуй. Ты что, слышишь, ты такая дерзкая, а? Целуй в попу, быстро. Нет. Сейчас колено прострелю. Нифига ты дерзкая. Ты куда побежал, ну-ка стоять! Отстань. Так, иди сюда быстро. Ты ногу сломаю. Фира, помогай, он, смотри. Тихо. Какой он? Вообще-то я она. Ты что за... Ты что там прячешься? Так, иди быстро. Фира, бессмертный, ты меня не убьешь через него. Я тебе же колено сломаю. Все. Иди сюда, быстро. Давай, иду. Целуй в попу, либо я тебя прострелю. Целуй. Иди отсюда. Кому-то сейчас не поздоровится. Так, ну ладно, если ты не хочешь меня в попу целовать, давай иди, я тебя поцелую. А это точно такая церемония? Да, конечно, у нас всегда давай. Так. Нет, ты вон туда иди, вот, чтобы все торжественно было. Как-то. Торжественно? Да, вот и все а люди. А может вот это лучше меня поцелует? Она тебе сейчас тоже колено сломает. Да все, ладно. Люди, в общем, сейчас будет торжественная церемония, я поцелую в попу. Давай, вставай вот так вот, чтобы я дотянулась, давай. Давай. Губки смазать и... Ах, нифига себе, да, как ну, это. В общем, спасибо всем, вот вам деньги, нет, это мои деньги, ну ладно, все. Мы пошли всем. Я разбросаю, все, бежим. Итак, друзья, ставьте лайки. Также пишите ваши комментарии. Да, ну а мы для вас готовим грандиозный проект. По Gravity Falls. Да, так что подписывайтесь на наши каналы. И следите за ними. Да, ну с вами был Евген Бро. И Вайнран. Всем пока. Пока-пока, ребят.